Добрый день. Находимся в Китае. Сегодня 25 января. Время 11 часов по местам. Температура воздуха 31 градус. И там еще говорят, что в Китае в январе холодно. По крайней мере, вот за наш шестой день пребывания меньше 27 не опускалась температура. Дождей не было. Не сглазить, говорю, дождей, говорю, не было. Стоит жара. Обгорели. Вот ходим сюда на пляж. Не знаю, вон, китайский центральный пляж. Вот он там. Вот тут воду заселили китайцы. Это сейчас еще мало народу. Часа в 5 сюда невозможно плюнуть. Ни воду зайти никуда. Мы уходим вот сюда чуть подальше. Но вот это работа. Вот это армейская база. Сюда, в принципе, можно проходить, по-быстрому ходить. Но если задерживаться, включают сирену, говорят, могут даже арестовать. Самое неприятное, тут вот этот пляж. Сидят. Собираются китайцы, которые болеют псориазом. И они убивают свою болезнь. Считают, что убивают с помощью лучей солнца. Вот там где-то труса, то это, конечно, смотреть очень неприятно. Они в такой степени, что могут просто встать, туалет по-маленькому, вывалить мудя, просто растянуть ноги вот так вот наверх, лежать. А рядом и за женщины. Тоже некоторые одеты нормальные, а некоторые храм любви. Проходи. Первые дети. Совестные такие. Но зато тут он за собой ходит. Народу как-то понятнее, чем там. Там вообще главное. Люди остановиться. Вот тут вот отель. Южный Китай. Вот, не знаю, то ли нам повезло, то ли. Ну я. Стали подтягиваться, проснувшись после вчерашних возлияний. Они подходят все время позже. Самые пекарные. Кто краснее придет.